Для того, чтобы приготовить сырный суп, нам необходимо растительное масло, кастрюля, сырок плавленый, картошка, лук, помидоры, морковка. По-моему, мы почистим картошку.
Моем другие овощи. И чистим. Наливаем воду, ставим кипятиться. Посолим. Распаковываем и нарезаем плавленый сыр. Сыр режем помельче, чтобы быстрее растворился. Пока вода закипает, порежем картошку.
кидаем сыр. Сыр обязательно должен быть самый жирный. Мы уже налили масло в сковородку. Теперь натираем морковь, нарежем лук, помидор. Все это пожарим. Даем картофель, суп, точнее растворившийся с растворенным сыром. Жарим овощи, помешиваем суп. Еще солим и весело мешаем. Главное, чтобы весь сыр растворился. Ну, хотя в процессе приготовления все равно растворится, куда денется. Да-да-да, мешаем суп. Чаще-чаще суп мешаем.
То, что нажарилось, кидаем суп. Ну, пока это не суп, наверное. Да, и мешаем. Да, я мешаю. Варился суп. А, выключаем газ. Ну или электричество у кого что есть. Закрываем крышкой. Даем остаться немного, наверное. Суп. Да-да-да, готов, действительно. Наливаем его в тарелку. И будем его кушать с хлебом. По вкусу ничего не добавляем. Приятного аппетита!